Ух, не понял. Я чё? Это чё там было такое? Я дно не нашел. Горит, горит, горит. Гори, гори, моя звезда. Тихо, 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 тихо. Такая большая крышечка. Крутит, крутит, крутит. Есть? Есть? Да ты его видел, как он это сделал или нет? Нет, не пойму, он такой. Какая раз жизнь бывает. Ну все, мы заканчиваем, да, Дима, уже что-то было. Ага. Доброе утро всем. Всем здрасте. Санек, привет. Доброе утро. О, дорогие друзья, у Димы костюм разошелся. Помимо этого, друзья, будут, конечно, более интересные моменты, снятые на камеру. С Богом, так сказать, на Бородинские озера. Или как они, Бородинские, да, Дим? 190 километров, друзья, побыть, так сказать, наедине с друзьями. Праздник-то приедет, праздник-то приедет, кока-кола. Друзья, убедительная просьба подписаться на мой канал в Дзене. Ну, если не трудно, то еще в Рутюбе. К ходу скоро с Ютуба просто буду уходить. 170 километров позади. 190, он даже говорят. Пока вопрос такой. Все зависит от наших этих жерлиц. Очень странно ощущаю себя, так сказать, буквально... Два часа, три часа назад был в месте, где дождичек, лужицы, а тут лед. Я его пробурил, он сантиметров 20, скорее всего. Первый пошел. В смысле, первый поставил. Так, ну что здесь за глубиной? Вот так вот я жуца. Чуть-чуть ниже. Верхнего плавничка пробиваю на один крючок. Ну, как-то так. Здесь глубина порядка метра. Я прям два моточка вверх. Так, ну что, первая прогулка. Вот выставились мы немножечко. Еще не все, правда. Пойдем прогуляемся. Чисто погулять. Красота какая, да, Дим? Ты что, будешь блеснеть? А ты мне дырок напилил? О, Мария бежит, Мария вон бежит, Дим. Вон горит, видишь? Да. Ух, не понял. Я чё? Это чё там было такое? Я дно не нашел. Ребята, я такой вообще хрени не помню. Дима, просто... Кобы известны. Ничего себе. Это как так? Это, ребята, капец. Молодец, Дим. Опускаем. Иди покажи хоть ребятам. Сейчас уже. Ребята, по-моему, горит что-то там. Мне Сашка кричит. Прикольно, конечно. Рыбалка у нас началась, Дима. Пустил, блеснул. Ребят, мы вообще-то поймали уже. Уже поймали. Щуку. На блесну. Он просто проверил лунку. Так, горит, но никто не крутит. Что у нас тут? Не. Я, который поставил только. Так, ребятки, что-то загорелось. Загорелся кошкин дом. Крутит, крутит, крутит. Крутит, крутит, крутит. О, Дим. Есть. Дим, снимай видео, камера снимает. Камера снимает. Ну, что-то если есть, что-то не очень крупное. О, о, забольшело. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Зачетненькое.
Радость моя. На мою, на мой. Да, вот так вот, дорогие друзья. Щучка у нас есть. О, флаг. Это мой Дим. Да, Дим, ты же только что утаскивал. Хитрый капец. Тихо. Да тихо, пошел, сам спугал все. Мотало. Подождите, Дим. Надо по несколько минут ждать. Может, он там сейчас переворачивает его. Молодец, Дим. Еще, дорогие друзья, сейчас у меня только что был ударчик. Но промахнулась, видать, либо я немножко, так сказать, что-то неправильно сделал вот на эту блесенку. Горит, горит, горит. Гори, гори, моя звезда. Звездрячий ты у меня. Одна заветная, другой не будет. Нету? Ничего нету, да? Только мои одни жерлицы работают. Почему с ней? На мою ж поймали, что-то денешь. Да? А, ну ладно. Ты видел? Ага, ну так. Не, ну блин. Ничего себе. Ага, в разные стороны переливается. Ну. Отлички не берет? Ну и подкормил сейчас. Надо несколько лунок, наверное, прокормить. Саня, нет платычки? А? Платычки? Не, ну вот Саня сейчас поймает, по-любому. Что-то без руки дай нам. Осталось только поймать его, Саш. У меня ну, конечно, Дим, как ты можешь без продуктов питания обойтись, правильно? Капусты. Поедим сейчас что-то мы с капустой. Будете, нет? Конечно, будем. Дим, фигуру надо поддерживать такую. Попробовали мы поймать и окуня сегодня, но что-то у нас не жало. Да даже плотва та самая, она ни одна не попалась. Да тащит, тащит, дядька. Ну-ка, ну-ка. Ну, так. Опять этот кружок крутится, ребята. Крутится, крутится, крутится. Что-то она натянулась леской. Я слабо. Ой, смотри, опять. Видишь? Леска, видно, дышит, натягивается. О, нет, это уже, слушай, как бы это, тут, о, уходит, уходит. Давай, родная. Крутит, крутит, крутит. А? Да пусть сейчас она должна, она отходит сейчас. Да, да, да. Сейчас остановится, должна перевернуться. Ну-ка, ну-ка, еще. Не, смотри, смотри. Крутит, крутит, крутит. Так, ну что? Ручка. Ах ты, сошла, блин. Ну ёкарный бабай, а. Сошла, я чувствую. Да, это хорошая была. Не, подожди. Я не сиди. Ага. Она шла со мной вместе. Ох, слушай, хорошая щука. Слабину дай. Ура! Фу, ёптин. Как заголодила, да, видишь? А? Как заголодила. Ничего себе. В шахту, думаю. Вот так вот, дорогие друзья. Вот так вот, ну-ка. Все вместе, можно сказать, вытащили ее. Есть? Есть? Ох ты, красавчик, слушай. Ой, и живца спас. И смотри, видишь? Видишь? Как профи вытаскивает. Профи, ты посмотри, да, она у тебя сейчас могла уйти. Так, профи вытащена, ничего не уходит. О, смотрите, побежали тоже, ребята. Какая-то у нас сейчас суматоха, да. Какая-то движуха началась.
давно уже валяется. У нас отстрелянный флажок, мы думаем, что-то не горит. А он, как он тут сгорится? Вот, тут кто-то есть, смотри. Ага. Фига-фига. Ничего себе есть там. Что, совсем тут многовато, да? Не, если не крутит, короче, это не мое. Это, мне кажется, не сработка была. Это я вот сейчас... Смотри. На. Не крутит было, да. Ага. Тихо. Крутит, тихо. Тебя слышно, блядь. О, давай. Пошла. Ух ты, нихера себе. Ничего себе, ребята. Да нихера не маленькая это. Ох ты, давай. А я багор не взял, блин. Пиздец, блядь, ушла. Ну пиздец, это точно ушла. Блин, ну там хорошая была. Дички, находившиеся на водоеме, демонстративно повернулись к нам задом. Что-то там искали впереди, не знаю. Привет. Давай, ёшкин кот. Да, хитро как. Давай, отсекай. Есть, молодец, Дима. Маленький. Ох ты, малыша поймали. И опять-таки грамотные, да? Да. На них мы отпускаем точно. Да? Давай, Дима, отпускай. Молодец. Так, я отпустил грамотно. Молодец, профессионал. Да. Опять моя жерлица работает, видишь? Сань, ну что ты, мы близко не подходим? Я в том бреду давно не был. Да? Бред у меня такой, короче. Трясет тебя? Не выходи в речку. Не, давай, Сань, ты колбасит тебя. Все, Сань, выздоравливай. Давай, мы тебя снимаем. Все. Давай, ты разве не а? Флажок сработал. А она не крутит. Так это ты поставил криво. Она очень нормально поставил. Она это нихера не поклевка. Если бы эта поклевка была, она вкрутила, Дим. Дима, короче, не хочет. У меня тоже не крутило, я вот ты просто слабо ее пружину натянул. Но она сработала, Дима только что поставил. Видать, пружину поставил на соплях, но она не крутит ее. Так, ребята, идем мы с пятачком. Большой секрет. Ну, не с пятачком, а с Димой, в смысле. У нас сработка. О, крутит. Тихо. Ты идешь как слон, ты поднишь. Тихо. Это та же. Это самая крупная щука этого водоема. Тихо. Ох, крутит. Дим. Нихера. Вот это хорошее. До коленки вставай. Да. Смотри. Тихо. Держи. Все, давай, тащи. Леска кончилась. Тихо, блядь. Тихо. Огонь готов. Багор готовлю. Тихо, отпускай, если что. Трешка должна быть. А? Трешка. Отпускай назад, хорошая. Видел? Нет, не видел. Отпустил, значит, хорошая щука. Тихо, не видно. Назад. Ух ты, там японский. Тихо. Сам не надо лезть. Давай. Видел? Да. Это та же. Алькашта та же, да. Которая у меня вот была. Только рожа высунута, да? Подай лучше ее, морщи. Почисти. Тихо, Саня. Ничего себе, назад уходит, все. А, ну я так аккуратно. Правильно. Идем. Блять, а. Это такая большая, в принципе, да. Да? Нормально. Я думал, там побольше. Да. Я ей прям в кость попал, да. Блядь. Я в промежуток никакой. Тихо. Вот так. Опа!
Красавец. Ё, корней бабай, ну-ка. Трёха и ничего себе. Да. Конечно. Вот это моя, конечно, будет. Я-то знал. Будем делить, блядь. Ну, что тут сказать, Дим? Сними меня, пока вот проект мне фотографии. Давай, сейчас. Вот так возьмём, а? Ну, красота. Сейчас мы её, блядь. Хера себе, блядь. Ну что тут сказать? Блядь, да. Ну-ка, стоп. Неплохо уже у нас. Какие щучки. Погодка, сказка, да? Это ж счастье какое-то. Сегодня тишина. Поклевочки присутствуют. А ты увидел, как оно взлетело или нет? Или... Я же стоял. Потому что сколько? Ага, что-то. Что-то там. Ничего не пойму, там кого-то. Как это бросил? Немножечко. Ты что-то еще встал. Значит, разворачивается. Да, ждем минутку, если. Леска дышит. Леска натяг. Ну такие нет там, значит, вот. Где-то, где-то. Как будто он там где-то. Мелкая. Мелкая? Ну да. Молодец. Ну все, мы заканчиваем, да, Дим, уже стоп. А вот за этими камышами еще. Мы назвали верхнюю, она сверху. И там, да, подъезд, прямая дорога. Ну я смотрю, там машины прямо вдоль дороги бросают и идут. Итак, уважаемые друзья, будем заканчивать сегодняшнюю рыбалку мы с друзьями. Поймали мы три щуки. Да, Саша одну забрал, уехал, вот, который у нас подзаболел срочно. Ну и отпустили мы пару шнурочков сегодня. Один сход был, но, наверное, это все-таки вот эта рыба была. Это она уже сходила, мы все-таки думаем, что это была одна и та же рыба. А может и нет, короче. Вот, так что всем добра. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Все, вам понравилось? Я доволен. Я тоже вообще. Я отдохнули, хорошо. Ну. Пообщались. Да, первый раз тут вообще классно. Сколько? 7 щук мы поймали, да? Четыре забрали. Красота, как говорится. Спасибо этому дню. Здравствуйте. А вы подскажите, у вас районный центр Краснознаменск или Неман? Вот первый раз туда. И мы все в машине сидим, сейчас едем, спорим, где мы, в каком районе это. Краснознаменский район. Вот, мы здесь вообще первый раз. У вас тут грибов, говорят, много, да? Очень. Да? Да, все, в следующем году, блин. Да, а вот что-то опасно тут заблудиться, там, волки всякие там, нет? Какие-то у нас байки, что типа Краснознаменский, ну, прям реально волки есть. Нет? Фигня это?